Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш и Механик. Всем привет, ребята! Мы продолжаем играть в Euro Truck Simulator 2 и бороздить просторы Европы на дороге дураков. Да, будем ехать сегодня в обратном направлении, я так думаю. Да, у него там... Ну, как он там, город? Гальдот там или как он... А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. Успел? Красавчик! Я понял, я все понял. А, ну ладно. Молодец. Так, все. О-о-о, я что-то покатился назад почему-то. На тормоз резко нажал. Ну да. Это ж помнишь, я тебе рассказывал, что мне бывает. У меня не было такого, Ребят, напоминаю, что чем больше лайков, тем чаще выходят совместные серии по ETS онлайн. А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игры Alex Store. Ссылка в описании. И онлайны. Онлайны. И когда мы сделаем сходочку с подписчиками, скажи мне, пожалуйста. Когда будет много лайков? Как будет много лайков? Когда нас сходку, когда нас отлайкают хорошенько. Я сам въехал. Когда нас хорошенько отлайкают, то мы. Когда поговорим? Сделаем сходку и поговорим. Я остановился просто в 5 сантиметрах, чтобы ты понял. Не, ну 5 сантиметров это намного. Ну, это не приговор. Блин, я случайно стукнул этого. Это не приговор, я так скажу. Мне сегодня машина DAF желтый. У тебя красивый. Дождь идет? Нет. А у меня да. Ничего не меняется. Почему я начинаю каждую серию в дождь? Не знаю, у меня солнышко. Так, давай, давай, прям красиво, красиво. У тебя фура заряжена, я так понимаю, да? Да, у меня прям вообще заряженная гирлянда там. Уф, а у меня не моя фура. Меня чуть не прижали. Ух ты, блин, не поворачивай. Я извиняюсь, ребята, за то, что иногда ору, как дикий орангутан. А куда ты делся? Просто... Я здесь, здесь все нормально, я сзади. Тебя там хочет шимануть. Хорош! What the fuck, мазафака? Это что было сейчас? Тебя просто перевернули и опрокинули. Меня, по-моему, опрокинули жестко, опрокинули. Именно кинули просто меня. На прогиб тебя взял. Чувак. Я заюзал уже свой этот, первый этот. Фикс уже, да? Фиксанул, вот этот, Continuous использовал один, понял? О, так, куда, куда ехать здесь? Прямо, прямо. Капец. А я не знаю, как это. Я, по-моему, просто не вписался. По-моему, меня даже нет, никто не бил. Он тебя втащил жестко. Да, я просто начал не вписываться и в забор въезжать начал. Не, он вошел прямо в тебя. Мне казалось, тебе понравилось даже. Да? Уходим, да? Но я не почувствовал. Вот да ёпта! Сраный дождь, вообще не вписываюсь. Прямо, говорит, едем. А я сказал прямо? Сказал нет, так прямо. Я перед мостом сказал прямо, ну потому что там развилка я была. Я увидел, что ты начал уходить налево. Я смотри, тоже ушел. Дорогу перекрывает на белом этом. Опа, ой, опа, сейчас тебя за этот, законнектит. Не-не, я тут прошел красиво. А он навстречку выехал. Потому что красивый. А я поднабрался опыта уже, ребята. Я уже, понимаете, уже не так, как раньше. Вот да это. Куда ты? Да мне кажется, ты просто набрался. Ой, уже. Ты пропал. А, нет, вот сейчас появился. Или нет? У тебя просто прицеп да едет тут без два, тебя. Два желтка каких-то. На встречке сейчас жепа произошла просто. Куда он этот карака логистик? Бератероны какой-то. Вот этот, да, бератерон этот. Бератероны. Сейчас я ему влюпендер дам. Этому или заднему? Да или тому, перед... он что-то... И нафига вы заехали сюда и поехали дальше? Вот дубина, блин. Желтомордник этот, или как он там? Это растение, да, желтомордник? Я не знаю такого. Ни разу не слышал, если честно. Я тоже. Хорош. Так, Брюксвель, едем куда-то в Брюксвель. Мне показалось, Хрюксвель. Хрюксвель, Брюксвель. Там отличные, отличные колбаски баварские. Ой, и пивандепа. Не начинай, не начинай. Пивандепа вот этого. Пивандепа. То, что надо. Транс... Ах ты, блин, подожди, не смог остановиться. Транс Алонсо, вот я прям в него въехал. Транс Алонсо. Катился, да, получается? Слушай, это ж... Как можно так подписаться? Транс Алонсо.
Ну это... Ну Алонсо, это же этот Алонсо, который, ну, тот транс. Самый Алонсо. Который тот самый транс, который Алонсо, получается, правильно? Который Формула-1 вот этот. Я не знаю, да? Ну Алонсо, Фредерик Алонсо, Формула-1. Нет? По-моему, да. Типа наравне с... Как его там зовут-то? С кем-то? Шумахером, Шумахером. Алонсо, Шумахер, вот эти вот все ребята с нашего двора. Ребята с нашего... Куда ой, ты? Ой! Куда? Ты чё, Руслан? Ты чё творишь? Аккуратнее. Встала фура, полетела. О! Царство небесное. Улетел просто. Просто. А чё? Нафиг? Он прям нагло начал меня просто вот это уничтожать. Уничтожать морально и физически. Он просто взял и начал доминировать над тобой. Так 11% уже вынес. Мне кажется, у меня аж фары погасли. А он, понимаешь, он просто вот так медленно ехал. Как ехал, так и поехал. Да, настолько уверенно, знаешь, будто меня там не было. Как на танке переехал. Вот она мощность, понимаешь? У тебя недостаточно мощная фура, ведь... Мощный, ой. Мощный. Мощный, Николай, мощно, мощный. Мощно, мощно, Алексей, мощно. Вообще класс. Да пипец, вот я офигел ребята. Просто. Вот, вот я хорошо, ты сзади едешь, понял? А я всех ловлю вот этих. А я все это снимаю как регистратор. Я снимаю. Я как этот свидетель на свадьбе. Вот это. Ух ты, блин. Ты смотри, сейчас опять не впишешься тут. Да подожди, я сильнее руль выкручиваю этот и. И дрифтуешь, ух. Да, под фонг. Да ты видел, как у меня прицеп боком просто валит или не видел? Да нет. Вот что тут такое? Там кто-то на заправку пытается повернуть на длинномере огромном просто. И, по-моему, он нифига не вписывается. Да? Да. Все, готово. Приехали. Выходь, выходь, давай толкать. Его даже незаметно поначалу уже там перекрыто. Я надеюсь, сейчас кто-то через встречку попрет, а тут жестко, слушай, уже пробка образовалась. Ну да, причем она же дальше просто не прорисовывается. На самом деле там дальше машины стоят. Жестко, жестко, Алексей. А там Шкода еще между ними лезет куда-то. Не, смотри, он уже начал дергаться. Так там Шкода между тем, кто заправляется, и этим щемится. Я не знаю как, но она просто вот под 90 градусов заезжает туда к ним. И он просто толкает эту Шкоду. Ты, кстати, по топливу у тебя самого что, ты заправлялся или нет? А, я не заправлялся, кстати. А что, надо? Проверь там, я не знаю. Не, у меня больше половины бака, дядь. Я вообще, у меня экономичная фура. А как мы двигаемся? Он что, проехал, что ли? Да, куда ты там делся? О, жаль. Ой. Я думал, сейчас мы тут встрянем на дно. Тут, блин, Алонсо, не дергайся, пожалуйста. Я боюсь сзади него ехать. Он задергался. Он реально дергается. Так, мне надо карту включить внешнюю. Господи. У меня слезы начинают литься. Не плачь. Не надо, оно того не стоит. Она вернется, ты думаешь? Дело не в тебе, дело ладно. Во мне. Ну ладно. Не, это хорошо, ребята, это действительно хорошо. Очень рекомендую всем, вот у кого, ну, какие-то стрессовые ситуации в жизни, там, заходите, дорога дураков вас ждет, тут весело, всегда есть что поделать, чем заняться. Все. Вот эти, как там мы, блин, придумали вчера этот... Ах ты ж собака! Воткнул меня этот лагун. Все-таки поймал, да, он тебя 166 секунд, да у меня 40% уже. 44%, я сейчас буду глохнуть постоянно. Он поймал тебя просто. Да блин, лагающий. Он хвостом своим приманил тебя и поймал. Закуканил, я бы сказал. Закупорил. Заркалил.
Сейчас я музыку порку сделаю. Не надо. Не надо, мы же не поедем потом никуда. Ты едешь там, не? Да, да. Ух ты! Я не знаю, что там, но вижу, машина стоит навстречу. Я просто сваливаю очень быстро. Да, все. Я тут приехал чуть-чуть. Да? Нормально тогда. Да блин. Ух, кто-то прилег. Короче, чувак начал вилять на встречке, я тоже начал вилять, и мы с ним довилялись. Я просто начал сваливать, потому что, по-моему, там накосячил немного. Это ты стоишь? Да, а что ты говоришь, довилялись? Ты же сказал, что ты все уже. Нет, так, ну, я имел в виду, что я просто лоб-лоб пошел с человеком. А. Красиво. Поехали, поехали. Спасибо. Трогайся. Вот поворотник за это. Не давай, фиксит. Я 60 еду, видишь. 87 секунд еще. Подождать? Второй раз будет. О, блин. Да куда ты? Да двигатель есть. Я не знаю, 58. Как ты так резко остановился? Просто двигатель неисправен и встал как вкопанный. Капец. Ой, меня тут просто запрессовали. У тебя ж фикс, по-моему, есть свободный. Ну, я тут нормально еду пока. О, вот это ужас. Ой-ой-ой. Куда ж ты щелишь, падла? Ой. Меня этот, Шкода, которая вошла во встречку, она меня этот... Все, как бы это. Enjoy ban, получается. О, тут... Тут пипец какой-то. Капец, что тут творится? Что творится? Так. Не знаю, что здесь происходит. Ты жив или вымер? Я еду потихоньку. Зеленочка еще воткнулась. Помазал попу зеленкой. Ну тут он не попу помазал, тут ему помазали попу. Или смазали. Ладно. Да нет. Горчицей. Горчицей этой. Перчиком. Нифига, когда глохнет, руль так наливается. Да? Все, я отфиксился. И мне фиксики сделали. Кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Хорош. Это ты вот едешь, получается, передо мной или нет? Нет, я ж на карте. А у тебя нету в салоне этого навигатора? Ну ты передо мной, получается. Зеленый на карте. Ну вот ты передо мной, у меня в салоне есть. Синий прицеп же у тебя? Да, но просто я тебя вообще не вижу, тут далеко. Тебя даже в зеркале нет, не поворачивает по льду по-сраному. Как его этот дождь. Все, я собрался. Да чтоб тебя. А ты не видишь меня, что ли? Я прям за тобой сейчас. Да вот сейчас ты догнал. О, видишь, подожди, несет прицеп даже. Да я вижу, да, несет хорошо тебя. Давай, шмулька. Карма кто-то пишет, карма. Карма-кордон. Карма-карма. Карма-кордон, это что-то... А, это музыка такая, типа, в этих BMW, то Мерседесера. Это скоро будет ЖД-переезд, мне кажется, да? Да, вот сейчас будет, тут Альберто. Нифига, что тут база? А, он просто туда заехал, Шверц этот. Шмулька. Отдохнуть поехал. Устал, вот это напряжение нарастало в его конечностях и наросло до критической массы. Он не смог дальше продолжать. Или до каловой массы. Я сломался, если что, я не знаю, успею я или нет. Вроде успеваю. Так ты ж фиксился. Нет, пока еще, я жду до последних. Да отфиксись, у тебя уже новое пошло. Так у меня еще 50% даже нет. Да у меня он начал сколько ломаться процентов? На 20. Так 20 уже можно фикситься. Я на 20 первый раз ремонтировался. А, да? Да. Ну, пока я подожду еще. Я подожду сейчас, пока кто-нибудь впилится в меня, когда я заглохну на подъеме. И отфиксируюсь. Так, то ты за мной, да? Ну да, да. Фиксер. Почти сотку лечу, сейчас заглохну, чувствую прям, чуйка есть. Ладно, фиксану сейчас.
Все, отфиксировался. Ну, чтобы не подводить уж, ребята, через 5 минут я снова буду в строю, если что. Так что, если я нажму на тормоз, ребят, вы если смотрите видео, то это я просто нажал на тормоз, это я не сломался. Ой. Все нормально там у тебя? Да, все отлично. Ой, тут что-то впереди опять мясо какое-то. Мясо, мясо. Ох ты, блин. Вот это дрифт сейчас у тебя был под фонг. Ты что, прицеп повело, да? Да, да, просто навстречку ушел прицеп. Я же говорю, меня подожди, он прицеп носит сильно. А, там, смотри, синий вошел, как в красного. Интеллектуально. Все, встали опять? Да. Все, ребята, отдыхаем, встали снова. Че у меня поворотник-то каждый раз загорается? Я в тебя врезался. Да, не чувствуется. Ну, я врезался. Так, я уже насобирал сколько? Уже 3%, 28 у прицеп. Ого, по карте сколько там? Так я про что я говорю? Все, встряли надолго. Массы собираются. О! Извините, Альберто. Альберто. Это Михаил, что ты на руле едешь, не? Конечно, конечно. Смотри, два прицепа разных. Ты там, видишь, да? Как-нибудь поплавнее на педаль тормоза жми. А машина новая, понимаешь, тормоз. Тормоз прямо только поменяли. Тормозит как вкопанная. А, понял, колодки, значит, новые, ясно. Да-да, колодочки новые поставили. Ясно, ясно. Ну, сейчас, я не почувствовал, но я видел. Просто воткнулся. По-моему, ты даже на тормоз не жал, просто воткнулся. Не жал. Я жал чуть-чуть. Ты отремонтировался или нет? Уже да. Белый Мерседес втыкает. Тут если что, впереди такой же тормозун, так шанул. Никак по-другому. Ты про Алекса, что ли? Ну да, он тоже колодки поменял, тоже как вкопанный останавливается. Ясно, ясно, все с вами. Ой, там у кого-то Вольво встала. Да, я пока не вижу. И Шкода. При это. Прилегла. Чё-то эта лежащая Шкода меня разорвала. О, прям. Пункт назначения, смотри, с трех прицепов. Да, хорош. Просто нереальная длина. Прикинь, на Шкодах вот так летим и пункт назначения начнём. Куда ты? На! А я думал, ты воткнешь его. Да я только отрихтовался. Надо, кстати, фикс нажать, чтобы проверить, сколько осталось. 250 секунд, это сколько? Это прилично. Да я не знаю, что. Не спрашивай о вещах таких сложных меня, пожалуйста. Окей. Ух ты! У меня фура встала. Я так понимаю. Ты на боку? Как это сделать? Как подсидеться? Поворот смерти, просто оба полегли. Давай этот F7, не F7, давай мы сейчас давай, в городе рядом отспавнимся. F7? F7 и буксировка в сервис, тут рядом город есть. Давай, фух, хорошо было. Я даже не понял, кто меня убил так, похоронил именно. Я сам не понял, я или просто зацеп словил. Ты поймал зацеп, мне кажется. У меня просто 100% прицеп, 100% фура. Я тоже. Ой, что я делаю? Я снова нажал F7, что ли? 100% по ходу дела. Ну, по крайней мере, этот был точно 100%. А встречку не словил? Не знаю. Или словил встречку? Я нет. Меня не, я. Я просто не видел. Я не знаю. Я не знаю, честно. Так, а что у нас вообще творится тут? А куда ехать-то, дяденька? Да черт его знает. Выезжаем, налево. Да? Налево, налево выезжаем.
Я понял. Направо. Тут направо? Да. Она у меня лёжь. Прицеп 100%, поддоны в прицепе 30%, а грузовик сейчас целенький. А прицеп постоянно пишет типа 100, 100, 100, 100, да? Что, не пустишь меня, что ли, собака? Я на красный поехал. Нет, я тебя пускаю, просто едь по правилам. Окей. Ля, вылез! Ля, смотри, наглец какой, ля! Негодяй, Джулиана. О, так это женщина. Бр, бразильская женщина. Я не пущу бразильскую женщину. Хватаю. Урон прицепа 100, видимо, втащила меня. Не-не-не, он постоянно тебя будет задалбывать теперь. Да? Он на сотке постоянно моргает. Я на желтый вылетаю, нормально, красиво. Блин, давай, давай, пёр. То синий как едет, то влево, то вправо, фиг поймешь его. Он поворачивает просто. Так, нам направо. В Роттердам. Здесь? Да. Звуки такие. И на первом съезде направо. Вот здесь же? А, это не съезд, я понял. У тебя дождь начался, не? Да нет, нет, спасибо. У меня до сих пор дубасит. Мне без дождя нормально, в принципе. Фух, ну это потная каточка у нас с тобой. Очень потная. Ой, извиняюсь. Что-то там стоит или едет задом кто-то? Ты как-то медленно ползет, рынушка. А у него два прицепа, он, наверное, сломался просто. В средний ряд почему встал, не знаю. Первый направо, да, говоришь? Да. Вот он уже начинается. Ага. Ага, ага. Ага. Угу. Такой крутой поворот, походу. Это же нас никто не пустит там, я так понимаю, да? Ну, у нас как бы главное. А, да? Понял. Ну. То есть можно лететь красиво. Блин, только тормозов нифига по дождю нет, как всегда. Вообще красиво вписался я. Панделюрка какой-то тут. Поперли? Поперли, ну, как раз, там где... Это что было? Это Шкода меня там, что ли? Да, Шкода, Шкода. Шестнадцатый жми. Это походу админ какой-то, что ли, что-то у него написано. Да снова прицеп долбанный боком в поворот. Это тот же поворот сейчас? Да. Давай, давай, нормально сейчас должны пройти здесь. В принципе, если бы тебя там боком не поставило, ничего бы не случилось, мне кажется. Наверное. А ты как вообще там туда? Просто влетел или что? Да нет, я начал оттормаживаться, понял, что не смогу, начал уходить на обочину. И в меня кто-то воткнулся. Видимо, кто-то тоже уходил на обочину, понимаешь? Ну я прям там вообще что-то сальтуху сделал и улетел куда-то. Ты улетел красиво и улетел вообще за пределы дороги. А меня просто положили вот так, знаешь, типа, вырубили просто и положили аккуратно на асфальт. Так, ты меня видишь? Да вот я, да. Близко достаточно. Да чтоб тебе эти повороты. Ух ты! Давай. Живой. Спасибо, что живой. У меня бедный руль все еще дергается. От того раза еще не отошел, да? Да блин, надо было просто по дождю, типа, можно нормально закладывать, особо не опрокинешься, понял? Типа, ну сильнее нужно поворачивать. И получилось как бы не очень. Ну понял. А у тебя дождь еще, да? Да, все еще идет. Просто у меня все еще солнышко светит, дождя как бы нет. И... А. Поэтому так я офигеть, стараюсь... как там чувак справа за забор залез? Где? На заправке. Ну,
Тут же вот проезд спокойно, он пролез. Да. Прям как надо. У меня полбака хватит мне, да? Да. Ну ничего, я в следующую серию возьму себе фуру уже, куплю нормальную, качественную фуру и будем уже по-другому ездить, я думаю. Хотя здесь же, по-моему, есть это ограничение, да, по скорости? Да, в 90 там. А, 110, да, больше не едет. Угу. Ну, наверное, это все-таки именно мощность тебя влияет, потому что можно это быстрее набирать. Ох ты-то, ёб твою! Чё там, что случилось? Опять похоронили тебя или что? Я, походу, прицепом снова кого-то задел в повороте. У меня, короче, такая фигня, что я морда не цепляюсь, а прицепом всех бью в повороте, потому что его заносит. Тупо как булавой. Да. Никто ничего не написал, но... Я не видел, как бы, ну... Поэтому, ну, не видел, не могу ничего сказать. Не видел, значит, не было. Не видел, не было, да. Не сфоткал, значит, не было. Типа, видишь, оттормаживаясь, все сразу боком идет. Оу, я вижу, красиво боком сейчас зашел. Чисто тебе надо снимать вот так камера сверху, ну или откуда-нибудь там сзади, и под фонг нарезки дрифта вот такого вот красивого. Не, я в этом могу дрифтовать, в АТС там можно дрифтовать реально. Да? Ну сделай как-нибудь. Да нету, тяжело, ну его в жопу. Рено логистик аккуратно там на обгон пошел. Ага. То чтоб, Штоп. Пошел. Или так нет? Это Volvo, а не Renault Logistic. Ну он, ник у него Renault Logistic. А. А че они на знаке это не смотрят? Там же обгон запрещен был знак. Не знаю, я не видел знака. Был знак там. Нифига, откуда он взялся? Со встречки, очевидно. Да просто передо мной этот логистик едет, и просто спереди него одна слева, другая справа фура выехали. Ну, наверное, тоже кто-то на обгон вылетел и не успел обогнать. Прикинь, так там в реальной же... жизни. Так, ну вот я опять... Прямо сделаю, там или куда? С тормозом поаккуратнее. Ох ты! Логистик, чтоб тебя! Прямо или куда? Прямо. А что, ты приехал? Логистик просто в секунду остановился, я его воткнул просто по самое не балуйся. И встали, да? Получается. Да, но я сейчас себя отфиксил. Он просто за секунду остановился. Он говорит, keep distance, дядя, говорит. Да какая distance. Дистанция, блин, там дистанция нормальная была, он просто за секунду остановился со 110. Вот у кого тормоза. Я даже вырулить не успел, просто начал выруливать и уже воткнулся. Я понял. Капец просто, ужас. Держи дистанцию, держи пинг свой в руках. Придержите пинг. Да. Хорошо, все отлично у нас. Ты встал или что? Да тут что-то щемилово непонятное. Тут все на одинаковых фурах что-то исполняют. Ну и что он остановился? Я его лучше объеду, чтобы дистанцию не держать. То он опасный. Ну, встречка что-то, он встал, видимо, ждет. Ждет, пока встречка рассосется. Наверное. Ну, это такое, мне кажется. Опять, что ли, занесло? Не, тяжело вписаться из-за дождя. Руль поворачиваешь, типа, на 90 градусов, а тачка прямо едет. Ну, представь, как будто ты зимой на лысой летней резине. Ну, такая же тема. Вот тут, мне кажется, я сам не впишу сейчас. Куда ты, блин? Капец. Да ёб твою мать! Встречка. Пёс смердячий. Просто в наглую на встречку вылез и всё. Но я... Благо там обочина была пустая. Без столбиков этих. Что за люди такие, а? Ух ты! О! Не вписываюсь. Че, если кто-то будет просто слушать это видео? Ух ты, а! У! А! Нормально. Жестко, нормально. Куда ты, блин? Лошара, слышишь? Этот красный прям тупо в лоб идет. Да, мне тоже хотел. Я его дальним напугал.
Жесть. Вот же водители, блин. Живодители. Живодитель. Смотри, там много машин, аккуратней. Да ты... Да я начал тормозить, а он... Он исчез. Знаешь, такой типа... Типа я дурачок, будто никого не было здесь. А я просто стою. Я вижу, развернутый просто. Встал. Да, так я же говорю, он куда-то делся. Ой, Никитка полетел за тобой. Да? Да. Полетел именно прям? Полетел как... Ой, я вижу, хорошо идет. Давай, давай. Догоняю, догоняю. Опа, опа, пошел на обгон. Пошел на обгон. Я ему показал поворотничком, что там машина. Я же показал, что дурак что ли? Я просто влез справа, ему некуда было ехать. А, да? Игл. Орел какой-то едет. Орел. Ох, да ты чтоб тебя, блин, вы чё прикалываетесь? Тоже вот Игл этот. Чё там, чё там? Контент, да, Алекс? Никиту забанили на 2 недели. Это жесть. Вы там едете или кого? На жести делается контент. Никитку просто на 2 недели, вот, накидку из него сделали. Из Никитки сделали накидку. Тут куда ехать-то? Направо? Направо, направо. А ты уже все приехал? Ну, в горочку еду, потихонечку тяну. Жду, так сказать. 40 км в час еду, если что. Ты догоняешь там или кого? Да, куда ты, блин, этот... Да нифига, слышь, еще и щимит. Ты, блин, еломот сраный. Сам остановился, его начал обижать, он начал меня резать. Собака сутулая, слышишь, я этого сейчас еломода этого, блин, еломорду сейчас ему сделаю. Давай, я тут щеми вот этот еломот, еломот, понял там? Пока не вижу, но жду как бы. Купую. Да, его. Вот он. А, это же Рено Логистик, давай. Да, вот купую. Втыкай его полностью. Его. Втыкай его. Давай, втыкай его жепой, а я мордой. Давай его этот, сделаем из него... Лепёху коровью. Давай, давай. Давай. А тебя, походу, переталкиваем, потому что, типа, я сзади, у меня колеса все шлифуют. У меня никто не шлифует. Так, давай вы отпустим его на трассу и защемим просто. Давай. По-любому сейчас репорт кинет. На бан мы уже наиграли с тобой. Да? Бан, говорит. А это ты? 1844. Нет. Нет? И не я. А кому тогда? А нафиг его пропустил? Собака. Да давай едь, чё ты не едешь? Да я еду, это максимум. Я хотел защемить его, я не мог тронуться. Капец. Он просто улетел, понимаешь? Так кто другой пишет? 1844 Нет, репорт. Так вот этот улетел, Рено этот, логистик. Кандазура какой-то пишет репорт. Тут встречка, встречка, Шкода, встречка! Не валяйся, не валяйся. Не-не-не, все нормально. Так, все, приехали. Приехали, дядь. А, не, нормально, едем. Рено стоит, можешь обойти его. Вот кандепусто. Все, он поехал. Да. Ну быстро так трогается, я не понимаю, как он это делает. Порожняком, походу. Че там по карте? Толпа? Ого, там толпа. Толпа огромная. Но он не прогружается вперед, не видно пока ничего. У тебя тоже, да, там типа 5 фур видно и все, да? Да, да. Хотелось бы видеть всю эту канале, чтобы жесткую превьюху сделать такую, знаешь, чтобы 800 человек там типа. Чтобы 18+, прям. Повесили аж за такую так, пробку. За такую пробку, я понял. Смотри, смотри, ползет по обочине, чувак. Где? Вон. Протяни сзади. Вперед, протяни вперед, сейчас я его этот. Сейчас, сейчас. Сейчас я его это. Нахлобучу. Больше не могу. Залман. Давай, хлобучу. Залман пишет. Привет. Так это хлобучу. Алексей Стим, смотри. Куда ты? Куда? Куда? Щеми! Он еще без прицепа, видишь? А не, все, забей, прошел, он прошел.
Почему я уже остановился, у меня руль все еще давай, продолжает влази. Бить. УАЗик? Какой УАЗик? Влази, говорю, влази. А мне казалось, давай УАЗик. А чё? У меня уже глохнет, а чё я тут на это? Всё, навтыкал, получается. Сколько? 132 секунды. Ща его этот. Ой. На встречку он пишет уже, всем привет, сорян, пацаны, я его щеманул. Давай то же самое делай. Чё? Выруливай, объезжай. Да я могу его толкнуть на встречку. У меня водонапорная башня за мной. Хочется прям запечатлеть огромную пробку. Не пускать эту шлюху в ряд. Это про кого? Видимо, кто-то щемится там. Жестко, походу, кто-то щемится. О, нифига, нас плиты бетонные догнали. Тот, который на заправку заезжал. Да этот, дальна этот? Да, вот этот длинный. Дальна этот? Да. Так называют. Дальновидный этот. А это ж, он просто пока заехал, наверное, пока выехал, мы успели тпхнуться. Не слышно. Жесть, короче. Смотри, 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 смотри. Опа. Не пускает. А тоже обочке. Там такая ж труба, как у тебя. Да. Я бы кто слышит. Турбореза не пускает. Турборезы. Так слышно? Держишь обочку, да, ты? Ну, типа, да. Давай, держи обочину. Ну тут красиво уже пошло дело. Пошла жара уже. Делаю скрины как могу. Это тут, короче, Volvo лезет, не пускать бы ее. Я пытаюсь щемить, но он пытается обойти. Он за тобой, Volvo-то. Не, нет, за мной Дав. А, Дав? Да. А, в натуре, та же с бочкой. Ну, давайте постоим. Ой, сломался. О, отфиксился. Ну. Да Volvo тут уже не пролезет, некуда просто. Все перекрыто. Просто что Volvo не пускаем, да? Запломбировали. Как дырку в зуме. Именно пломбируем по полной. Так, я обратно за руль присел. Дворники дубасят, а дождь закончился уже. Че все стоят? Я не пойму, там зеленый вообще горит. Ну, разгон, ну, вряд ли уже, батя. Вроде поехали потихоньку. Давай, Юпитер этот. Он уснул. Ну. Ну ладно. Раз стоит, то поехали. Не, не поехал. Да что-то я не знаю, что он тупит там. И на обгон сразу пошел тебе. Да? Да. Да в чем логика, типа, ну блин, он тупил. Может, он уснул просто? Щеманул? Не меня щеманул, он от этого головастика щеманул. Да я ж постоял, поморгал фарами, он тупит, я и поехал.
Ну, Рено, одним словом, смотри, по бочке попёр. То Вольво. Пошел, пошел, черный. Кабра. Просто нагло начал щемиться. А не проще было уже за светофор заехать и там влезть, пока там машин нет? Нафига он перед светофором начал влазить? Ну, типа, чтобы не нарушать. Ну, как-то такое, знаешь, сомнительное решение. Чтобы не нарушать, нарушить, но так, по-скромному. По-скромному нарушил. Он такой, как бы, нарушитель, но скромный. Шкода тут, блин. Куда, направо или прямо? Направо. Только запас возьми, а то сейчас снова этот наколешься. А тут некуда накалываться. Наконец-то движение хоть пошло. Жесть, тут столько встречки. А, не, не так много. Шкода с прицепом пошла. Ну, на отдых едут люди. Мы тут работаем, а люди отдыхают. Почти приехали, получается? Да. Дюйсбург, получается. Получается. Вообще без этих, без эксцессов, по-моему, прошло, да? Вроде никто не вымирал. Или вымирали, я забыл. Вымирали так, что пришлось двоим тпхаться. В принципе, да, никто не вымирал. Я думал, это было тогда еще, в тот раз. Ух ты, блин, как в руль бьет. Так ты поставь поменьше отдачу. То вот эти тут лежачие менты прям лупят. Мягенький руль был. Ох. Нифига там пробка в город. Ох. Че, тоже чувствуешь, да? Как бьет? Ну. Но на маленькой скорости слабо, а когда быстрее, то оно прям так лупит. Прямо же, да, здесь? Да. Ты видишь по карте, да, что творится там? Да, да, жесть какая. Животное 2909. Животное 2909. Животное. Вот же животное. Ух ты, ребенок 403. Ютубчик, салам алейкум, Иван Руна. Привет, привет. Что ты видео снимаешь? Ага. На коле едешь? Хочу передать привет своей мамаше. Мамамка, привет. Мама, привет, я в кино. Здорово, сынок. О, мамка, привет. Мама, я в телевизоре. Алекс, ты в коле едешь? Нет. Это разворачивается прям тут. Алекс, а когда видос? А, то на недельке. Понял. Наверное. Всей семьей ждем. Кого-то там все кикают, кто-то. О, так ты прям за мной. Капец, я тоже захотел починиться, заехать в город. Просто хотел починиться, заехать в город, так а чё? F7, пока пожалуйста. Или больше сломаю. Меня толкает сзади, чувак! О! Ну куда? Чё, продолжает толкать, да? Да. Слышь, Турбоскания, как ты взял разные прицепы, типа двойную сцепку? Как нормально, ты? Да, заехал, смотри. Как ты взял? Ты на фуру не смотри, а то очень испугаюсь. Пожалуй, Вольво с чем? Ни с чем. Пустая? Пустой. А чё, у тебя разные морды на фуре? Угадал. Хорошо, да, встал? Угу. И он толкает дальше. Ну а если без рок? В одиночке делается сам тягач, а значит прицеп в хуй знает. Тоже в одиночке. Не, я именно про прицеп. Я именно про прицеп. Походу, знаешь, типа это по пингу толкает жестко. Ну, скорее всего, тоже через одиночку.
Алекс, ты где стоишь? Пипец, а мы вообще доедем туда, до города-то, нет? Не знаю, должны. Просто я смотрю сейчас на карту. Жалко, мы этого не видим тут. А было бы красиво. Было бы вообще замечательно. Просто карта настолько перегруженная. Ты посмотри еще в городе, сколько людей там не развернулся. Смотри, 143 человека в городе. Выбрали правильное время для поездки. Ой, бабушка проржался. Бабушка какая-то там или кто там разговаривает. Кого-то кикнули. Кого-то кикнули. Привет, где скамейки? Уф. Уф. Сейчас жестко будем тут стоять, походу. А Зоря, ты... за тобой никто не едет. За мной не едет никто. Чё, направо можно во дворы заехать? Дядя Саша. Говорит, кик, 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 просто всех подряд, я, походу. Что я говорю? Админ, удачи, походу, где-то рядом. То есть надо это, ну, аккуратничать, что ли? Наверное. Или на бан мы все равно заработали уже? Мне кажется, заработали. Но если еще не забанили, это разве что видео посмотрят подписчики, кто-то из подписчиков забанит. А, ну это может быть. Смотри, просто кик, 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 город чистят по полной. А вон банят, смотри, на одну неделю 3 дня. Это на сколько, на 10 дней, типа? Я так понимаю, это считается дорогой дураком. О, смотри, смотри, летит по встречке. Нифига, что у него за прицеп. С таким прицепом пустым нельзя. По-моему, тоже каким-то модом воткнул. Сейчас, ну-ка. Опа, исчез. На 10 один дней. Один лик, 3 дня. Бан. Да, бан. Тут прямо админ. Смотри, тут прям. Бан уже. Бан. Бан просто. Слушай, опасно тут. Просто всех. Бан, бан, бан. Что-то опасно как-то здесь. Капец, насколько еще ехать. Ну а куда, на СТОшку или в гараж? Я не знаю, куда ближе. На СТОшку ближе. Поехали. Просто. Главное, что на встрече вообще никого нет. Они, видишь, едут по чуть-чуть, типа. Турбоскани, что ты встал? Все сразу начали правила соблюдать, походу, да? Воздух вышел, сорян, сейчас поеду. Воздух вышел, нифига, они прям вообще на симуляторе катаются. Откуда у тебя воздух вышел? Если кто не в курсе, можно поставить реалистичную систему, воздушную систему грузовика. Нормально, чел вылез. Да, с дровами. Как еще раз что поставить? Повтори, пожалуйста. Пневматическая система, что там. Я вот поставил, мне тоже не оттуда воздух вышел. Нормально. Мы тут до завтра, да, будем стоять, получается. А хотя нет, вот поворот. Ну, часов 15, а нам прямо на. Ну, если она уже на СТО. Да, прямо СТО. СТО поворот. Направо, который я понял. Да, гараж, что. В гараж можно сюда налево или прямо. Мне просто показывают, что налево, типа, это там, это, ну, груз, типа, сдать можно. Но лучше на СТО, наверное. Потому что пока повернешь туда налево. Капец, сколько они там будут фур пропускать? Не знаю, куда они вообще едут? Причем, откуда они едут, они могли бы туда, смотри, куда смотри, они смотри, едут. Смотри, смотри, попер, по встрече, сейчас банан, по-моему, будет. Данилка. Ищем банан, смотри. На! Опа!
Банан или нет? Но, смотри. Щемятся, щемятся. Кто стоять, пацаны? Кто откуда? Я из Тулы, а ты? Чё там происходит? Не знаю, защемили жёстко. Беларусь. Воронежская область. И не забанили, смотри, админ ушёл, походу. Угу. Попробуй на встречку выехать. Чтоб наверняка, так это светофор, да? Что ли, да? Получается. Нет. Может, кто знает, Могилевская область. А что тогда? Светофор дальше. Блядь, да, знаю. Они ж кого-то пропускают там и так далее. Походу, это те, кто налево поворачивает, ну, затормаживают, так сказать, движение. Ой, мне модератор что-то написал. Да? У меня, походу, сейчас по этот... You exited the service station on the wrong way. А, то кому-то. Может, кто может подсказать ближайший салон Scania отсюда? Я думал, то мне. Короче, карту открываешь и смотришь. Я прям в напряжении, если честно, еду сейчас вот. Ну, типа столько банов. О, Данила на 10 дней забанили, который по встречке ехал. Ну, это правильно, на шкоде ага, вот эти летают, получается. Открыто. Как мне угадать, Скани или нет? Так, вот это, да, получается, где-то въезд? Направо да, сейчас да, будет. Да. После светофора. Тут что, светофор еще будет? А ты что, не видишь светофора? Не вижу прямо. Не вижу светофора, нет. А, ну знак вижу светофора, а самого светофора... Еще одна Шкода, да? Смотри. Это не знак, это светофор. На! А, нет, это не его. Ну-ка, я сейчас... Да, вижу светофор. О, нормально. Не, просто я сначала не понял, о каком светофоре речь. Слушай, я а думал, как накачать воздух здесь? Обратно? А то у меня тоже вышел. Постой, подожди. Не, а есть какая-то стрелка, которая отвечаешься за эту характеристику? Да, должна быть какая-то в салоне там. Да. Стрелка какая-то? Ну да, воздух подкинем, показывает, сколько воздуха. Подкинем, серьезно? Там Вольво справа не поднимается. Ручник. Значок как у ручника будет. А, у него оборот не поднимается, потому что на передаче эту. Передачу скинь на нейтралку и газы. Давай, дорогой. Давай, поехал. Там у меня автомат стоит, я никак не могу скинуть. Ну в таком случае просто ну, тогда автомат переведи на нейтраль. Просто жди, братишки. А у него упрощенка походу стоит. Да, у меня упрощенка. Блять, катал бы лучше не скинуть. Please leave the service station. Ну я тут тоже читал. Он так выглядит, будто тебе пишут, да, типа там? Да, типа. Только запас бери хороший. И сколько ждать? 5-10 минут. Да минут 40. Хорош. Денёк подожди, думаю, нормально. Денёк подожди. Так, на пятерку отремонтировался. Фух. Я не нашел пока, где тут. Там, где кабиняки. Да я вижу. Так, а у меня? У меня почти целая фура, 7000 всего урона, нормально. О. Так, ну чё, на этом будем, наверное, заканчивать. Поездка да? Получилась очень интересной, очень насыщенной. Ребят, не забывайте, что чем больше лайков, тем чаще выходят такие серии. Все в ваших руках. С вами был Механик, Алекс Фреш. Всем пока. Пока-пока, ребят.